Вань, ну у меня разлогинишься на одного босса. Просто теперь не надо, просто релогни. Спасибо. Все само не умеем быстрее. Закроешь пих. Ставлю рыбу. Шарит на боссе, да? Мурлок, это ты такой заботливый, ешь? Я. Шарит на боссе, банка в коте, войд на адиках. Коте и грешен, да. Можешь смело бить. Лёха, ты поставишь натур? Я ставлю. Их. Хорошо. Значит, тебя натур, ауру на фрот поставили. Начинаем арчи. Кто оружие переодевал, переоденьте назад.
Лёха. А, у меня уже на пол 15 секунд. Ушел поссать, и в армию забрали, понимаю. Поехали. Паша, а ты можешь мне к воде кинуть? А, ладно, поздно. Переводи. Блять, 1-2-2, если тебе лучше не нравится. Не добьем. Переводи. Фулрон босса. Настя свет полетел.
Так. Нас не суманит, да? Давай я похилю, если надо. Я думаю. Давай, заходи, наверное, блядь. Два на пола, ладно. Заходи, Сань. Так. Номиан, заходи, Вань. Космо. Андрес, заходи. Тоже закинь его. Захожу. Паша, что Космос 6 делает? Сандерс меняется местами. А вот какого хуя ты их назад поперекидывал? Мне интересно. Я думал, они перезаходят. Смотри. А что Андерс с этого босса? Ну? Что-то Андерс с этого босса? Ну? Нет, просто Космо надо на замену. Сейчас еще я ему сотку сниму. Короче, критарку кто не будет забирать? Чё? Наручи, критарп. С этого босса. Так, пеков дал тогда, пока прыгнул. Угу. Он просимоним. Тебе не за что снимать, ему есть за что. Объяснять, почему я ему снимаю, не буду. Он, в принципе, вас не касается. Причина там нормальная, а не ваши слайки. Не знаю, Паш, пиха, решай. Голову пиха. Вроде должен был играть. Поехали, ловите. Дайте каску по пистам. И лапку. Только хотел сказать, что лапу тоже не хуёво было бы дать. Каску дайте. Кали, нет? Нет. Паш, Вера. Тебе придется каски. Ну, пусть для Дауна. Космо улетел, он каски дал. Хорошо, я разбаку. Ну так если Космо улетел, на его место прилетел Андрес, наверное, Андрес каски будет бомбить. Я кулаки там. Да ладно, не проблема, раздам. Потом.
Водомет пошел. Нырнули. Надо встретить. Нырнули. Лёха, чё у тебя по тапкам? Я Кокич, включи чё-нибудь, пожалуйста. Музыку. Право, не обрите. Не, башмаки. Чё башмаки? Кольчужи. Башмаки кольчужи. Какой? Ну если они нахуй никому не нужны. В смысле никому не нужны? А, у тебя есть? Лёха сказал, у него такие же еще один. Там еще один нашим. Алис, отдай тогда WhatsApp. Если у тебя есть такие. Так, этого товарища удовораниваем. Эту смоним. Паша, ты ролил этот чест? Нет, я Финмуса кинул, он тебе нужен? Ну, нет. Заберите. Забираю у Финмуса тогда. А где он? Я на, здесь. На WhatsApp. Кто говорит? Я. Я? Пока. Я. А, Ляр? Ну, я. Я-я. На тюрлих.
Я зовут, блядь. Я, майна фюрер. Так, тапки Алиса отдала. Отдай Андресу честь, и все, и поехали дальше. Да ладно. Видишь? Да ладно. А ты говоришь нет. Паш. После этой пачки трэш шкаф тогда, на самом. Это что было? Спасибо, спичка. Не скилли. Да, мудлок. Ты шардов насосал? Ой. 6 пачек. Ставь. После вот этого моба ставь шкаф. С моба можешь пососать шарды как раз. Лёв, дай иннер, а? Ассист по лоб. Чё, каски бафы кто-нибудь или так и нет? Бафы, да и все. Что сейчас там? Само новосильство быстрее. Долго соображается. Поехали. А М5 туда поле тыше? Ага. Это отказываемся, да? Мое. Это да-да-да, все отказываются. Поле потенциальное минимум 15к. Лучше уеду. Кто? Только не видно, что это за мамонта. Плащ нужен, он его как-то у тебя.
деревце, как ты себя ощущаешь в сове? Делись впечатлениями. Пока еще не ощутил себя совой. Так. Это у нас что? Это у нас перчатки, да? Да. Тогда. Урсула ранивает. Ждем, туловище зайдет. Не, Космо, не сейчас, на следующего. Как-то рано зашел на него. Даже не на следующего, а через... Получается, с какого-то, со следующего или через один? Совета, ну со следующего, да, значит. Так. Рыба стоит. Короче, на пол. Дедлиф помен. Ваня. Не относится к тому, что может бродячая хуйня пройти. Не оставить. Мне кажется, поездка в гарбу макрос более полезна, чем в облако. Я просто подумал. Да он какой-то. Дамажит, что ли? А, там просто макрос. Вон, смотри, вон гарга макрос и топовая. Лучше, чем всякие сомнительные мурлыки. На самом деле кнопка у диска не обычно стоит, вообще ничего не обычно. Если там есть, то 8 секунд это есть. А гуля, кстати, по идее обычно. Ну сейчас следующая гуля, попробуй ради интереса, если найдешь ее, дать в нее поиску, посмотрим, что будет. На серьезных щек. Гуля поиск? Да. Макрос не раскрывает секрет эскаляции ДК. Поэтому мы будем проверять на обум. Ну, там вроде все равно сказал, что их нет. Лёш, ты должен убить его. Угу. Дробяшку в зубы прогнал. Я потом еще полутать, потому что он две голды.
Я не знаю, зачем они их резали, так ХП раньше было прикольно. Можно было сделать то, чтобы они ХП, ну, от класса хозяина с ХП сразу были. Хотя посложнее было. Можно подумать, ты на Африке напрягался. Демон теперь. Следующее очко гер спекнуть тебя в демона и просто смотреть. Где ты страдаешь? И там не нужно жать. Ничего не надо. Короче, лишь бы ничего не жать, я тебя понял. Стоишь. Даем кнопку, не? Нет. Заветная на трэш. Да как хорошо, когда рекаунт будет включен. Пизди его, пизди. Ого. Да. СМК. Я был занят убиванием ханта. Я не смог осилить мутника. Правильно, пропал, потому что его долго бил. Можно было автоатакой ближнего боя Глефа его просто спинать. Мой бит. Лёва, да, Инор? Или Паш? Вань, ну, он тыкни КБ, пока рядом стоишь. А если на третий спирт платит, то смотри. Спасибо, Вань. Банк, тебе сапоги нужны были, ты чё? Помнишь? Кому нужны были сапоги? Банки. Да я, блядь, просто переоденусь. Ну да что, их... забери их. Ну давай. Да могу, Вань, да. Могу. Лёва, а ты штанцы забрал? А, здесь руки, да? Угу. А тебе еще штаны нужны? Да, банк, ты внизу? О, Настя зашла. А чё, ботан? Хочешь потанчить? Нет, а где он умер, блядь? Да мне пока, но потом... В рейд, посмотри. В рейд чат. Разбился, что ли, блядь?
Да? Пиздец. Это же главная изюминка, блядь, игры Зава. Ты даже на арене Лордерона, блядь, умудряешься провалиться в текст. После этого моба стопнитесь, пожалуйста. Добить трэш, поставить шкаф. Комбат, комбат. А ты думаешь, они вытончат? Конечно. Макрос шаревой будет тончить? Я шаревой. Можно. Думаю, можно. Есть, конечно, маленькая проблема. 5% крита. Эта проблемка напрягает, я могу какого-то говнофурика сделать. А, стоп, я штан. Отбой. Я уже переспекался. Даже успел я. Не, я про то, чтобы без ДЦ не остаться. Вы, кстати, Стаси обсуждали, мы будем пытаться второй рейд в очко гер? Ну, нужно считать, понимаешь? Во-первых, считать, во-вторых, там непонятно, как чувствую там делать. Ну, тоже да. С лутом шай, брат, погоди, потому, что... не пуляй. Не, ну релы есть уже. Второй рейд. Осталось выкупить гидру. И банка, я не вижу в каком-то пати. Погоди, не пуляй. Стойте, я... дайте переспекнуться. Что ты? Ты тюлень. Я вообще вылетел, да. Так, нужно будет на штаны, товарища, присмотреть.
говна. Ну, миликом съебать. РПГ набрать я нашел. Еще один. Не достаю. Слишком далеко. Вы что, не будете бегать, блядь, как стадо? Станете нормальным сранжой и просто адов с вас сдернут. Почему ад на пихе висит? Танки кончились, большого ада не можем собрать. Паладином, поэтому пусть прям не доверяет. Паша, на что ставишь? Прохилят или не прохилят без тебя? Прохилит, что? Почему не прохилит? Нужно подойти. Смотри, я думаю, что будет так. АОЕшку нам прохилят, потом ебут двум хапалов по минус манне. Тотемы закдешатся. И все пойдет на пизде. А Полик пойдет регенить ману об босса со звездой вместе с Финносом и умрут на пару. Вот, все, это будет идиллия просто. Захиливаться будем бинтами. Нормально сейчас будет. СС на шаре и все нормально. Так, ладно. Что у нас получается? Надо вон того кренделя притащить. И Алира присамонить. Так. Так. Будем урезать миликов, наверное. Влад, давай, поставьте Индоларан. Порт. Дедлифт дал.
Саня, тоже в дал прыгни. Я могу уступить, если надо. Не, если я вообще вас выкину, там ДПС некому будет. Сань, прыгни тоже в дал, пожалуйста. Я с двоих. Мигики все равно нужны. О, урон. Так, по поводу танков, да? Консервыч, ты на этом, на бабе. Войд уводит шамана, шаря на боссе. Дамы и господа, я в чай, погнали. Их тыкнешь там войду файр резист тогда. Че, банка, ты где, бля? Да я лапку жду. Кошаря че ждет? Пис настраивает. Один. Лёх, поближе ему там поставь. Подожди, не пуляй. Танк не вступлюсь. Чарли, ты на боссе. Почему он ходит по хилам? Я на лист вставай, когда ж крест. Бедлол по WhatsApp. Пока им ставь гимн даю. Ребаб по шаману и по... быстрее. Минус ман. Минус снова ман. Хранитель глубин вытаскивай. Финус. А, финус не нерф, понятно. Значит, финус идет держать танк в поле без маны. По-моему, вы как-то хуёво держите танк. Держите танк. Лёш, есть тотем? Оля, Дим. Yeah.
Гляньте-ка, а оказывается, ему можно оружие выбивать. Под берсу его. А если у воров действий? Да, блядь, никто ничего не проверяет, ходит в... Сикстан. Вот сложно, я не знаю, печеньки или сикстан. Печеньки падают каждое, когда сикстант не обдумает голову. Ладно, согласен. Ну, ролл нормальный, я считаю. Ну, сикстан мне респект за. Единичка.